Большой вам привет, дорогие друзья! С вами Раиль Арсланов. Добро пожаловать в хижину музыканта. Приближается светлый праздник Победы, поэтому мы с вами обязаны разобрать какую-нибудь военную песню. И сегодня разберем хитяру. Хитяру просто. Этого жанра военных песен. Песню «Темная ночь». Но, разберем не в простом стиле. Кто исполнял эту песню? Noize MC и Баста из новых. В каком стиле сегодня я буду разбирать? Конечно же, в стиле Noize MC, потому что я люблю этого чувака, и его стиль мне тоже очень нравится. Сейчас напомню, как звучала песня в его стиле, и потом приступим уже к разбору. Но прежде чем мы приступим к разбору, хочу вам посоветовать еще один музыкальный канал, только уже продвинутый такой хороший канал. «Золото струн» называется. Ссылочка будет в описании под видео. Вот такой вот канал. Мы с ним решили сделать небольшую коллаборацию. Он вот записал тоже разбор песни «Темная ночь», но он записал эту песню в таком более классическом стиле. Там свои аккорды особые. А вот я запишу немножко в другом стиле, в стиле Noize MC. Еще какой момент есть? Некоторые песни вы можете не найти у меня. Да, такое бывает, я же не могу все абсолютно разобрать. Поэтому на канале «Золото струн» вы можете поискать более старые песни группы «Сплин» и всех таких известных русских групп. Обязательно найдете там тот разбор, который вам нужен. Так что дерзайте, ссылочка на этот канал будет в описании под видео. Очень качественные разборы песен со всеми подробностями, картинками. Ну, в общем, очень-очень удобно учиться у этого человека на канале «Золото струн». Дерзайте. Ну, а мы приступаем к разбору. Ну, и, конечно же, традиционно покажу сначала, как звучит эта песня в моем исполнении. Ну, вообще, как она будет звучать перебором в стиле Noize MC. Давайте послушаем. Звезды мерцают в темную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Вот такой вот кусочек со мной сыграет при помощи каподастра. Я тоже исполнил сейчас при помощи каподастра, но, в принципе, перебор от этого не меняется. Поэтому я буду вам показывать без каподастра на гитаре. А сам каподастр у меня, знаете, какой кизер. Перебор, по сути, несложный, стоит раздрочить его хорошенечко, выучить один раз, и все будет отлично. Разбор будем проводить на гитаре Flight F230N. Вот такая вот гитара, послушайте, скажете, насколько она хороша. Гитару предоставила компания Динатон. Ссылочка на гитару будет в описании под видео, если вас заинтересует данная гитара. Ну а мы приступаем к разбору. Noize, вот этот перебор играл везде. Ну, он всю песню не гонял, но он играл первый куплет вот целиком этим перебором. Но, как мы знаем, в оригинале песни есть, ну, как бы еще вторая мажорная часть, где я как раз заиграл. Такая часть два раза повторяется вообще на протяжении песни. Но я думаю, вот хорошо, что я разбавил такой мажорной частью. То есть взял версию Noize MC, такую современную, и еще из старой версии достал
мажорную часть. Давайте приступим к разбору, посмотрим, как выглядит перебор. Ну что ж, как играется данный перебор? Начинаем с аккорда АМ. Сжимаем аккорд АМ, дергаем пятую, четвертую и третью струну вместе. Дергаем. Потом вторую. Еще раз вторую, только открытую уже. Сначала на первом ладу, потом открытую. То есть... И потом третью на втором ладу дергаем. Еще разочек повторим. Потом играем четвертое, третье. Еще добавляем. Как будто вот это все наша фраза. Темная ночь. А это уже вот небольшой перебор такой. Вставляем. Темная ночь. Темная ночь. После того, как спели. Темная ночь. Здесь хорошо играть перебор и петь. Почему? Потому что в переборе звучит та же самая мелодия, что в голосе. Дальше идет аккорд F, по сути. Но мы его играем вот таким образом. Только квинт аккорд берем. Три верхние струны зажимаем. И открытая третья получается. Шестая на первом ладу. Пятая и четвертая на третьем. А вот третья струна открытая. Потом ее зажимаем на втором ладу. Чуть-чуть ждем, потом открываем. И дергаем четвертую струну на третьем ладу. То есть спускаемся сначала. Итого. Ох, как удобно-то мне, если правильно у розетки играть. А то я вот тут мучаюсь, вам показываю. Очень-очень тяжело. Надеюсь, вы меня поддержите лайками за такие вот сложности. Спускаемся, да? Шестая, пятая, четвертая, третья, 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 четвертая. Еще разочек. А теперь соединим все. Сначала аккорд АМ. Дальше идет аккорд С. Но нам нижний палец не нужен, оставляем только вот эти два пальца. И пятая струна на третьем ладу, четвертая на втором ладу. Дергаем эти две струны, пятую и четвертую. То есть сначала пауза вот небольшая, после того, как воспроизвели вдвоем. Потом еще раз дергаем четвертую, открываем четвертую, четвертую закрываем на втором ладу, потом третью открытую дергаем. И потом четвертую открытую. То есть вот такая вот переигровка. Понятно? Еще разок. Дергаем вместе. Потом четвертая на втором. Открытая на втором. Третья открытая. Четвертая открытая. Соединим все вместе опять-таки. Аккорд АМ. Ну вот так. Очень-очень неудобно, ребята, играть, извращаясь как могу, поэтому давайте вот правильно сыграю с правой рукой у розетки. Понятно? Еще разочек. Открытая третья, да? Еще разочек повторим, чтобы уже закрепить наверняка. Дальше идет аккорд G. Но нам нужно опять-таки только две басовые струны оставить. Вот так нужно сыграть. Дергаем шестую на третьем ладу, пятую на втором ладу, четвертую открытую, потом на втором ладу, на третьем. Чуть-чуть ждем на втором и открытую четвертую. Опять-таки на четвертую играем.
вот. Шестая, пятая, четвертая. Да? Ну и соединяем. Дальше аккорд АМ опять, но нам нужно защипнуть только пятую, четвертую, третью струну, а потом четвертую на втором ладу зажать и открытую четвертую сыграть. Потом зажимаем пятую на пятую струну на третьем ладу, ее дергаем и дергаем третью открытую, потом дергаем. Дергаем квинтаккорд G, то есть зажимаем шестую на третьем ладу, а пятую струну на пятом ладу и делаем такую небольшую остановочку, а потом изображаем, как меркнут звезды, то есть дергаем открытую первую, вторую, третью, четвертую и снова третью. То есть вот как это все будет. Можно держать, кстати, квинтаккорд, чтобы более красиво было. Вот уже с четвертой струны можно отпускать. И дальше. Ладно, дальше не идем. Еще раз нужно повторить. Обязательно надо. Примерно так. Очень неудобно играть. Не знаю уж, который раз играю. Ну, давайте сейчас правильно сыграем. У розетки, в общем. Да? Дальше идет басовая пятая струна, то есть аккорд АМ, пятая струна, третья, четвертая, потом шестая на первом ладу, дергаем вторую открытую, третью на втором ладу, четвертую на третью, также на втором ладу, потом зажимаем шестую струну на третьем ладу, также дергаем шестую, открытую вторую, третью на втором ладу и четвертую на втором ладу. Должно быть вот так. Очень красиво, да? То есть концовка. Дергаем пятую, потом на аккорде АМ третью и четвертую на втором ладу. То есть с остановкой сначала на пятой остановка. Так нужно сыграть. То есть пятая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая. Прочувствуйте ритм. Нужно остановки делать обязательно, чтобы получился данный риф. На басах останавливаемся, да? Пам, та-та, та-та-та, пам, та-та-та, па, та-та-та. То есть пам, та-та, та-та-та, па, та-та-та, па, та-та-та. Там, та-та-та-та-та, пам, та-та-та, па, та-та-та. Вот, вот и все, в принципе. Теперь осталось только соединить и правильно соблюдать паузы, на каких нотах мы дольше сидим, на которых
Вообще не сидим, двигаемся. Все это нужно учесть, чтобы получилась данная мелодия. Она очень легкая на самом деле, и петь под нее тоже просто. Таким образом звучит. Давайте теперь попробуем спеть под это. Темная ночь, только пули свистят по степи. Так, разберем сначала вот это начало. В начале все одинаково поется. Темная, то есть темная ночь. Потом добавляем без вокала. Четвертая, третья струна. И дальше. Тут первые две струны тоже звучат сами по себе. И с четвертой начинаем петь. На-на-на-на-на. Еще раз. Темная ночь. Только пули свистят по степи. В конце добавляем четвертая, третья открытая струна и четвертая. Тут уже без вокала. Да? Еще раз соединим. Ну, очень просто петь. Темная ночь. Только пули свистят по степи. И отсюда тоже две струны без вокала. Только ветер гудит. На одной четвертой играем, да? Только ветер. На одной четвертой играем, да? Только ветер гудит. Аккорд дит проводах. Ну все понятно, на аккорде АМ. Гудит проводах. И отдельно без вокала вставляем третью струну, да? Дальше квинт-аккорд. Вот здесь уже чуть-чуть повнимательнее надо быть. Соединяем, еще раз. Гудит проводах. Тускло звезды. То есть после квинт-аккорда нужно начать петь. Тускло. Да? На слог ла уже начинаем дергать вот эти нижние струны. Вот здесь только может появиться загвоздка, а в остальном все просто. Тускло звезды мерцают. Концовку также вставляем без вокала. Ну вот это, только что которое было. Все просто. Еще раз соединяем. Тускло звезды мерцают, цают, цают. На ца еще начинаем играть вот третью струну, но чуть позже. Цают. Дергаем четвертую. Потом без вокала это вставляем и это вставляем. Ну как без вокала, просто тянется. То есть сейчас еще раз целиком сыгранем. Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу те... То есть как тут? Ты
слезу. На сле начинаем играть первую струну. Ты слезу утираешь. Пошла мажорная часть. Как я люблю. Аккорд А7. И перебор любой, в принципе, можно. Но я играю вниз-вверх. То есть пятая, третья, вторая, первая. Вторая, третья. Как я люблю глубину твоих. И потом от ниже стоящего баса спускать. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Как я люблю глубину твоих. Дальше аккорд ДМ. Именно так нужно взять. Ласковый глаз. Потом зажимаем четвертую струну на третьем ладу. И тот же самый аккорд, просто бас меняем. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Дальше аккорд G7. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Аккорд С. Сейчас. Аккорд ДМ. Гу. Аккорд G7. Ба. Аккорд Е7. Ми. Ну, по слогам. Гу. Ба. Ми. Все просто в этой части. И дальше продолжаем. Темная ночь разделяет любимая нас. И тревожная черная степь пролегла между нами. Дорогие друзья, приближается праздник, а мы с вами уже выучили такую вот замечательную песню и можем исполнить для наших дорогих ветеранов, для наших бабушек, дедушек. Исполняйте, любите их, скоро их не станет, к сожалению. С каждым годом ветеранов становится все меньше, и к 30-м годам точно не останется ни одного ветерана. Что очень-очень печально, грустно. Помните историю, учите историю, знайте все о ваших дедушках, бабушках. Вы продолжатели поколения. Знайте свою родословную, кто кем был, воевали ли ваши дедушки, прадедушки. Ну, а я с вами прощаюсь. Вы сами знаете, что делать, если вам ролик понравился. Вот на такой вот немножечко грустной ноте я бы хотел закончить данный разбор. Много внимания уделяйте своим родным, своим бабушкам, дедушкам. Если очень мало, то давайте, ребята, идем и поем вот эту песню. Отжигаем. Ну и не забываем подписаться на мой канал. Не забываем ставить лайки. До скорых встреч! И забудь о словах, слышишь? Сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя.